Фугасы против ломов. Именно такое сегодня геймплейное противостояние вас ждет, да еще и на объекте 120 с боевым рейтингом 7.3. Это такая премиумная самоходочка. Ну что, господа, тут не просто у нас пробивные мощные 152-миллиметровые пульки. Это еще и одна из самых длинных пушек в игре у самоходок, если даже в принципе не самая длинная пушка у наземки в игре. По сравнению с объектом 279, это просто какой-то половой гигант. Смотрите на это и завидуйте все, у кого пушечка поменьше. Ну а мы идем в бой, все. Всем приятного просмотра. Тоже именно бэху я и слышу все это время. Ой. А кто это? Это Мардер. Рассыпался вообще как домашний. Я не хочу точку сбивать, потому что сразу максимальное внимание образуется к этому направлению. А мне это не нужно. Передо мной враг. Я не знаю, что это. Как ты задолбал, чел. А, это вон оно шо. Ну шо, с лицом. Не ожидал? В ангарах как будто по звуку. Не попади. Как я танканул. Где-то она тут стоит. Вон они. Два. Две гадости. Справился с этой. Это будет меня душить, да? У меня фугас, мне в край только попасть. 9 сек. Здесь будет, да, проезжать? Оу. А как оно танкануло? Простите, ну, машинка какая-то танкует фугас, что? И это War Thunder, я понимаю, но все же. Ситуация как минимум странная. И ты думал, ты этим меня как-то испугаешь? Никакой ЛТшки пока что не вижу. Вижу ЛТшку. Но мой фугас справляется с ней вообще на раз-два. Смотрите, как я наглею. Я поджимаю их коробку прямо с внешки. И умираю от тура. Потому что здесь была бэха. Нет, не умираю. Кек. Командир как-то так прагульному расположен. Очень неудобно с ним работать. Ну, с зениткой, наверное, тоже неудобно. Леопард! Леопард! Внимание, внимание, прием всем. Всем, кто здесь находится. Леопард в здании. Леопард в здании. Фугасу все равно. Что леопард, что ты тигр, что пантера. Неважно. Главное стрельнуть место, где примерно броне меньше, чем 30 миллиметров. И ты ваншот, камшот. Вот как он прифай... А, ну да, как прифай... У меня, блин, корпус... Длинный капец. Меня пугает самолет. Да. Даже помойка такая луранговая, она спокойно. Это даже 50-килограммовки. Можно пострелять тут и уйти, например, туда дальше. Можно заехать на балкончик. А куда угодно. По проездам команда не очень тупая. Конечно, вот на С едут тупые игроки. Особенно те, которые пулеметят он изеля. Маус идиот, ему бы на Б воевать.
впитывать урон. Но в большинстве случаев игроки не умеют это играть. Это простейшая карта, выигрывается она на точке Б. Б перекрывает респаун, Б держит все. Б простреливает и А, и С. Ну, это сложно. Сложно, непонятно. Поэтому в основном народ ехает. Пытается отсосать. Ой, редкий дядя. Свинка. Вот тут не попал. Щель можно пробовать закинуть. Он, наверное, и не думает, что в щель может кто-то стрелять. Я его убиваю сквозь дым в щель. Есть! Просто читерный выстрел. На самом деле ничего читерского здесь нет. Просто знание карты. То, что простреливается эта часть. И запоминание, где он там стоял. Все, собственно, ничего такого. Пробую убить этого молодого. Безоткатка работает слева по типу. А я засейвил безоткатку. Вот он, тимплей. Я думаю, этого парня сейчас мы пригреем фугасом. Вот, вот и он. Точнее, его конец. Что, броня, да, у тебя есть, дядя? Спрятался так. Кто это так спрятался? А, травозочка стояла. Неприятно, да, когда у кого-то фугасы такие. А вот это мне неприятно. Почему не взорвали? Не взорвали мы британца. А? Попадание было не таким-то и плохим. Оно может казаться. Да ну нафиг, вы чё? Как так-то? Ты серьезно, вот по мне стреляешь? Зачем? Зенитка, страшная зенитка, быстрая. Опасная. Но фугаса боящиеся. Семерочка. Вот француз. Ну, этого хотя бы я ваншотнул. Ой. Неплохо, девятый фраг, который не засчитали. Ну, по сути, 9 фрагов, если бы еще одна секунда. Но по факту 8 не засчитало. И это дает вам 91к серебра. Внимание, дамы и господа! В этом бою в топ списка попадает объект 120 таран. Похлопаем ему. Вот что делаем. Леопард на перезарядку, и надо убить АМХ. Б пока что вроде продвижения особого нет. АМХ это мне на раз хлопнуть. Ну вот. Сука, на тигре там. Еще и слева простреливают. Че, гада? О! Тигор. Ну, похоже, мне придется план с заездом на точку Б и реализовывать. Что из-за тигра П я не проеду дальше. Можно, кстати, вот тут справа, но там тоже есть определенная трудность. Они в основном связаны с забором. Тем, что я сквозь забор и простреливать не могу. Ну и стрим может. Он вроде как мотивирован ехать. Так что... Так что едем вперед. Угу. Вовремя ты приехал на своем французике. И справа где-то тир. Я уверен, в фугасе.
Вроде как слабая техника. Можно и поддавить. А! Даже так? Это фугасное дерьмо. Ты решил, что фугас на фугас будет плюс? Не, в данном случае это обсер. Как будто спереди что-то едет. Качусь назад. Яга хочет вниз уйти. Я же наоборот ищу себе выстрел поверху, чтобы реализовать. И не реализовываю его. С Ягой могут возникнуть проблемы. Там крышу надо закидывать. Давай наверх. Высоту какую-то попробую взять. Так, не ясно. Яга поняла, не поняла обстоятельства, в которые она попала. С точки активности я не вижу. Яга вроде продвигается. Вот она продвигается, но она не поняла всю серьезность своей проблемы, поэтому пытается бортом. А, и поставили. Хо-хо-хо, там еще и Бэха. Бэха — это мой изи-фраг. Чуть дергалась эта хрень. Бэха куда-то откатилась. Ой-ой-ой. Бэха попала. Хо-хо-хо. Какие ошибки я делаю. Ствол очень длинный, из-за этого он поднимается, когда ну какой-то другой не станет это делать из-за механики дебильного подъема ствола. А здесь это происходит. И выезжая на типа, у меня задирается ствол там, где он, в принципе, этого не сделает на какой-то другой машине. Подсвет странный. Хом взял враг. Як-тигр? Они там, что ли, все? У меня, что ли, заходил? Пантера. Не поняла ситуацию. Вот теперь, похоже, поняла. Само АСМ. Во-во-во-во-во. Это уже шутки серьезные. Саубили. Поднимаемся. Надо найти саму Ашку. Вон она. Через какое-то время она поднимется слева. Будет угрожать слева. А может поедет на точку. С Машкой, конечно, печально. Ее бы сразу было забрать. Слева не слышу никого. Самашка пока что у меня в перспективе. Самашка главный враг. Фокус на ней. Проезд танка, слышь. Самашка ведет бой.
Она ко мне бы не поехала. Сейчас ее надо забрать. По возможности очень быстро. Справа тигр, что ли, идет. Что-то такое. Вот она. Ну и тигр справа. Я видел, он проезжал. Неужели он пошел за точку? Шумит за точкой. Один вот тут и справа, похоже. Ну да ладно. Давай Б теперь кроем. Прям за из зенитки. Ой, как ты зря отвернулся. У тебя такой был шанс. Еще один брумбар. Брумбар. Шушпанцер. И точка еще. И точка. Которой мне нужно на всех парах ехать. Вроде вижу его. На всякий случай направо смотрю. Мало ли. Давай искать захваточника. Где он? Ага. Таки видел я, да? Самуашку. Это был не тигр, это была самуа еще одна. Перезахватывать точку я не вижу смысла. Б наша. С наша. Очки в нашу пользу. Пешка как разбилась. Не успел вывернуть, теперь этот чел обо мне знает. Ну и я о нем знаю. Я думаю, он поедет рано или поздно. Пишет, что я там забил на него. Вот как сейчас. Начнет там поворачивать. А это ошибочка, дядь. Я тебя тоже видел. Просто не успел развернуться, чтобы спрятаться. 12 фрагов, господа, но на ядерку этого не хватает, по мнению игры. 12 фрагов с фугасов на таране не хватает, чтобы сделать ядерку. Все потому, что очки возрождения хреновые за вот этот мусор всякий. Ну, зенитки там, да, первого ранга. Я вот такие уже 3 штуки, да, вроде как съел. Фердинанд едет жопой. Сколько прошло, блин, лет, пока турнирную фишку эту в рандоме не начали жарить, готовить? Лет 5. Лет 5, как это все изает. Да в самом начале на турнирах постоянно жопами катались сисы. Только сейчас это до рандома дошло. Но радует то, что танкисты учатся все-таки. Они радуют то, что не за фраги дают, а за стоимость респауна. Я ж не виноват, что какой-то чел хочет взять какую-то дресню. Так-то он бы мог умереть аналогично от фугаса, что на уранговой машине, что на каком-то КТ. Но за КТ дали бы очки, а за это нет. Ну и на этом все. 12 фрагов. А, еще реснус. Ну и все, да. Давайте посмотрим, сколько это получилось в серебре. 12 фрагов. Ну и? Ну и? Ну и? Ну и? И что? И это 118. Ну почти 120 тысяч и 14 очков прокачки. Вот. Хороший бой, хороший. Только не штурми меня, чел. Блин, беру грех на душу, ребят. Убиваю помойку.
заряжающий? Ты серьезно, игра? Только заряжающего я выбил, думаешь? Ладно. Допустим, только его. О, мистер Авре посетил нас. Только урон не посетил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пробивает. Это чел меня шьет. Еще один чел напрашивается на стрельбу по мне. Отстань, гад. Ой, боюсь. Один за другим идут. Просто со всех сторон меня душат. Сука, отстань. Хо-хо-хо-хо-хо. Скилл не пропить. Правда, меня, наверное, заштурмят все-таки. Скилл не пропить, но можно заштурмить, да? Так и думает, наверное, вражеская команда. Отстань от меня, отстань, мудак. Так, у меня есть танк для дальних дистанций и лом без баллистики. Ну, вы понимаете, где я буду тусоваться, вот в этом районе. Дальше я не поеду, даже не просите. Тем более, оказавшись внизу списка. Спасибо. Но мне сюда. Ага, британцы. Ну, британцы тоже могут ответить. Британцы тоже отвечают. Вот тут. Давай. Стабилизируемся. Гусеница. Это не прикольно. Вроде как я нормально стукал. Или рассинхрон, или стример все-таки. Немножко слепой. Чел настолько в шоке, что он даже не развернулся. Он не понимает, откуда этот выстрел, как он мог под него попасть. Визель пытается АМХ забрать. Вот, кстати, игроки пропали оттуда. Раньше их было так много, теперь практически никого и не встретишь там. Я нашел злодея-британца. Я нашел Валли. Валли, если убью, будет круто. Ну и не убил. И Валли теперь обо мне знает. Валли, неужели ты думаешь, что я настолько дурачок? Ну, подождем, пока он перезарядится, что ли. Хитрый гад. Прям чувствует, что я аж попаду. И все тут какие-то сейвовые. Как будто бы все на таранах играют. Как и я. Проблема в том, что я попаду... А не, взрывается! Он взрывается даже без тура! Валли! Ты не зря прятался. Ты прям в жопу знал, что следующий выстрел будет фатальным. Так. Это, сука, откуда? Допустим, это ты. Допустим. Это не он. Пачки. Ваше лицо превратилось в лепешку. Последнее слово. Точка, возможно, будет прорвана. Точка С слита. Это плохая новость для нас всех. Потому что мне, опять же, надо... По этим причинам смещаться на точке. А я не хочу этого делать. Отлично. Плохо, что урон такой сратый. Но спасибо, что не тратишь мое время. Как это убить?
А, ну, в принципе. Оказалось, несложно убить. Не успеваю я по таким таймингам, конечно. Опа. Тебя успеваю взять. За трусы. Не-н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 е. Спешка приводит к ошибкам. Спешка приводит к ошибкам. Доминик Торетто так говорил. Одна ошибка, и ты ошибся. Стовая псина. Выезжать сейчас будет спереди. Я готов. Я готов защищать честь ПТ-76-57. Ага. Это, кстати, стоял все это время здесь АМХ-30. Представляете? Боялся сдвинуться. Тебя убьем, всех убьем. Ну же, будут фраги там или нет? Кто-то ехать. Идеально здесь оставаться. Хорошее место, я контролю точку Б. И срез по выезд. Контролю и не только. Дубликат есть прицела? Я вот не знаю. Есть дубликат. Лошара. Еще выгорел. По звуку ехает, смотри. Ха-ха! Еще один. Что-то серьезное. Я, кстати, жопой еду. Это неправильно, потому что там БК. Бумажка помойная. Но я, кстати, мог бы его не убить. Вот был бы фугас, я бы его шотнул. Вот так. Типа еще фиг знает. Ну, 60 идет по прямой. Слушай, разгоняется таран и просто давит. А завать он любит, что пипец. Реально очень быстро. 64. Вот я с леопардом в один тайминг приехал. Да как? Так можно было обосраться. Это рассинхрон или я реально так плохо стрельнул? Отстрел с М103. Ну, допустим, кря. Так. Почини меня, большая черепаха. Ой, как неожиданно и приятно. Бабах, бабах. Бабах. Давай, давай, Птуром его, так его. Пусть знает, с кем играет. С Птурами он играет. О. Топливный бабак. Топливный бабак уничтожен. У нас там, если что, леопард и еще 103-й один. Так. Просто, чтобы вы знали. Батчат сейчас тебе в борт накинет. Жмых. Жмых. Ну, батчат. Где, кстати, леопард? Леопарда добрали. Есть один. Там еще несколько таких. И тебя.
И там еще слева какой-то. Чуть не видно, да. Есть такая проблемка за вот этим, за этой коробочкой. Ужасно, просто невозможно стрелять. Вроде как у меня высокий танк, но... Зенитка. Да. Тур долетел быстрее, хотя как казалось бы нам. Ну тут заруба получилась неплохой. В любом случае, ходит молодой человек туда, откидывается. Хер знает как и зачем. И мне б тебя вот так. Ну просто идеальное. Идеальное убийство. Ну как, он подставился, он, похоже, мне фраг хотел отдать. А вот он едет. Подпускаем и не отпускаем. А я что, я тоже в воду иду. Оп. Да вы думаете, здесь нельзя плавать? Можно? Как плавать? Ходить! Ходить, конечно же. Ну давай еще уедь. Ага, не уехал. Что это такое? Оу. Вот сейчас просто идеально. Бери... Вот даже так? Серьезно? Ты даже так пробил? Я нахожусь в активном поиске танкистов. Обращайтесь по телефону. 8-800-535-3535. Лучше позвонить. Чем у кого-то занимать. У этого типа есть СУО. Так. Чтоб ты знал. Стерва интересно накидывает там. Там тигриные лапки стоят. Еще пожар. Ну уже давай, наконец. Да ну что ж такое, я не могу выцелить этого типа. Снаряд за снарядом. Трач, вот стоит француз. У, сука. Третий пожар, кстати, у него. Или не третий. Ура! Там еще один тигр. Рикошет в борт! Ты кто такой, чтобы это делать? Вот это, этот ваншот в НЛД. Другие не могут. Вот этот ваншот. До этого в борт рикошет. Эта игра удивительная. Первых настуков. Где-то еще у нас. А, произошел подгруз. Да, был подгруз. Есть француз. Он в этом районе вряд ли будет выезжать. Я думаю, он тут и останется. Плохо, что мои тиммейты его не видят. Яга. Мистер Яга.
Мистер Кривая Рука встретились. Встретились и урона не нанесли нормального. О! Вот снова в ЛД или в НЛД попал ваншот. До этого стукаю по проклятому тому танку. Вот почему так? Кто-то ваншотается, а кто-то... Чуть раньше надо было переезжать. Я чувствую, не успеваю устроить еще порку оставшимся. Не взорвалась. Взорвалась. Дымах, наверное, еще один британец. Фердинанд там какой-то просто убийца. Слишком в воду ушел. Ничего страшного. Вряд ли из дымов кто-то накинет. Ага, не хватает. Угол был хороший. Ну, ща. Все равно смерть пришла за тобой. А, это М48, как я его увидел? Ну как я увидел? Читы. Фердинанд откинул копыта. У меня только два выстрела осталось. Ну, топ-список себя окупил. Ой, сратость. Я думал, он будет ехать, а он стоит над. Двое. Да надо было добивать вот этого. Зачем я стрельнул по нему, не знаю. Почти ядренка. Ладно. Что, самолета два у них. Кто куда, я за быком. Вот почему он в этом режиме, этому режиму сколько лет? 8. Почему никто не додумался, ну, где боекомплект пополнить? Даже не превосходство, где точки в центре там есть. Вот где пополнить мне БК? Почему нету на карте какие-то зоны с, зон с пополнением БК? Почему нету там в центре города, там еще где-то? Что ты доехал, пополнил БК? Ну, это же было полезно. Но нет. Едь назад. Километр едь, чтобы пополнить БК назад. А потом, чтобы куда-то туда едь. Ехай туда, короче. Ну, вот, собственно, я до точки за БК и доехал. Опа-на. Топ списка. Большая открытая карта. И все это с худшей респы. Да, было бы куда-куда. Лучше, если бы я появился здесь. Но, чего, здесь тоже можно повоевать. Буду вот тут стоять и стрелять, накидывать по всем. Не спасется никто, ну разве что БМП какая-то, по которой урон не пройдет. Шутки кончились. Никому спуску не дам. Мне нравится, как до какой скорости разгоняется таран. До 60+, это очень сильно. Скоростя себе не каждая ЛТХ может позволить, а тут саный таран. Привод наведения лобом.
Чел должен был танка лишиться. Не знаю, меня украли урон. Ребят, позвоните, если найдете. Я его жду. Вот смотри, что должно было с ИСом произойти. Но ИС почему-то живет. Ебрик. Ай, скорость не рассчитал, он что-то медлил. Он быстрее идет, а он медленный гад. Маус. Ебрик, а почему вы не умираете? Хе-хе, не уйдешь. Там маус был. Да, вот эта плюха была лишней. Это я прям плохо стою. Еще один ебр. Леопард жив. Плохо, плохо, плохо. Ужасно плохо. ЛТХ накидывает. Съезжаю. Бегу, съезжаю, прячусь. Я выжил, я живой. Урон по яйцу просто... Я не знаю, как это назвать. Как издевательством, не иначе не назовешь. Я потратил снарядом на ИСа. Там должен был быть шотным. Мордор есть. Это не он стрелял. Стоп. По мне, как будто вот кто-то оттуда стукает. Ну, понять. Мойная ЛТшка не пробивается. Понял. Так и запишем. Так и запишем. АМХ-13 пробитию старана не подлежит. Таков путь и закон. Кто мы такие, чтоб его нарушать? Все, конечно, плохо, что слили. Там рушка, и я ее убиваю. А, нет, это был Лёбик. Стрелять, не стрелять, потом понял, что БК, в принципе, еще много. Можно себе это и позволить. Так. А ну, сучья зенитка, стоять. Угу. Остановиста. Вот он.
колесник, чья броня превзошла ожидания советских конструкторов, которые явно хотели сражаться с СБТ. Точка С взята. Там какая-то невероятная штурмовка идет. Откуда по мне? Это точно по мне. Плюху по мне я узнаю везде. Да ну я ж маневрировал, куда? Как ты попал? Как так ты залепил еще, гад? И вниз ушел. Он, наверное, не целился, просто случайно попал. Мудак. Прям хочется резнуться еще раз. А вот беру и резаюсь. Не ждали? На горе, да? И справа кто-то еще накидывает там. Только не штурме. Только в моей команде зениток не будет на этих рангах. Да не стреляй, не агри их. Нам нечем, по сути, от них отбиваться. Стой, стой, стой! Нормально, пойдет. Дерево меня не сильно подвело. А это он по мне стрелял или нет? Похоже, что да. Мы знаем, что вон там нечто существует. Это тигр. Это тигр. Откуда ты там взялся? Почему так долго там стоишь? Что, тигр нравится? А мне это как нравится урон. Ой! Наклею. Ребят, нужен гайд, как убить тигра с тарана. Подскажите, а к кому обратиться, чтоб научил? Не могу убивать тигром. Так, по точкам ведем. Люха слева, это, ну, скорее всего, гора. Новочек щеманули. Давай добьем. И на респе еще один. Слева пока меня никто не агрит, да? Ис все это время стоял здесь. И я не попадаю по нему. А, ну потому что он вниз ушел. Ура! С праздником вас, ребята! Мы добили Вторую мировую войну, слома. Оствинд отлетел. Что с леопардом? Доехал, не доехал? Он ехает, судя по всему. Не доехал. Пантера. Что там по ядерке? А хер там, там ядерка. 12 фрагов слишком мало, чтобы ядерку выдавать. Где Ис? Ты слишком долго тут стоял. И всех нас ты напрягал. Опять стреляет. Он по мне.
Как надоел ты мне. Где-то там вроде я видел. А, это труп. Это труп. Я хочу убить Иса. Вон Ис, кстати, мой. Да! Снова почти ядерка, но не хватает. Кто это? С какой из-за лука он стреляешь? Я его не вижу. Как будто с холмов. Понял, где он. Да-да-да. Леопард. Почти 15 фраг. Не хватит. Что, меня кто-то обошел? У меня 14 фрагов, алё, кто мог меня обойти? Как по мне, ребят, все-таки ломы будут куда более профитными, и если брать в среднем, то результативность именно на этом боеприпасе будет выше, потому что тебе, во-первых, не нужно как-то особо целиться, баллистика максимально простая, но во-вторых, не надо выцеливать, ты стреляешь в силуэт, ну и как бы на этом все. Плюс тебя не взрывает твой снаряд никакие там заборчики, мусор и прочее. Короче, более универсальный именно лом. Но фугасы это фан, фугасы можно взять и покатать на них. Ну или же несколько штук в боекомплекте иметь для того, чтобы выехать и 100% убить БМП, ЛТшку, ну или же зенитку. На этом все, ребят. Надеюсь, ролик вам понравился. Не забудьте заглянуть в описание к видео. Там есть рефералочка на мою фирменную наклейку. Также скидочку в магазине улиток. Ну и мой телеграм-канал. Все, всем счастья. Здоровья, и пусть война будет только War Thunder.